У выставочной зале Музея истории Могилева открылась персональная выстава Марины Нестерук. Называется выстава «Клумба осень». И она вельми яркая. Кветки летние и осеньские контрастуют с бело-шерыми листопадовскими пейзажами и надают глядачам радости и оптимизму. Моя выставка называется «Клумба осень». То есть все, что касается осени, я посадила на эту клумбу. Клумба – это ограниченное пространство для взращивания каких-нибудь, чего-нибудь интересненького для себя или людей. Вот это ограниченное пространство, есть выставочный зал. И в нем вся моя осень. Могилевская мастачка Марина Нестерук любит кветки. Усе, любые. Те, что растут у яе садя и навокал. Тому на ее ярких полотнах рослинный свет, який николи не расчаровывая, який приносит человеку радость. Яна мастак музея истории Могилева амаль полтора десятка году. Створила гобелены у музейной экспозиции, пошилася родневечные строи. Дякуючи так само и Марине Нестерук, кожная новая мастацкая выстава у этой зале мае свой твар и свою особливую атмосферу. Это передает той настрой, той душевный настрой мастака, какой является Марина Владимировна. И тому эта выстава, это ее духовная сутность. Вельми приемно, что она отбылась, и вельми приемно, что это один из проектов, который завершает наш год. На открытии выставы «Клумба осень» народу было шмат. Сябры и прихильники таленту дарили Марине Нестерук кветки. Яна частовала их у отказ яблоками со своего саду. Цікаво, что картины мастачка дополнила вазами с сухими кветками. Вазы зарабила сама, с папье-маше, а кветки нібыта успамін про час, калі было тепло и сонечно. Про гэта казала на открытии кіраўніца выставочной залы Ірына Трофімова. В экспозиции находится более 50 живописных полотен. Каждая картина – это гимн красоте окружающего мира. На фоне шэрых дзён при канцы лістапада, калі пайшоў снег і калі так не хапае каляровых уражанняў, менавіта мастацтва можа даць нам настрой. Именно поэтому она вот сейчас, чтобы задержать впечатление, сохранить воспоминания, продлить очарование до зимы. Выстава Марины Нестерук покидает у глядачу отчувание святочности, дая надею, что холодные дни одной час кончатся и нас чакает новое цветение. Я запрошаю прийти до нашего выставочного зала, докрануться до мастерства соправного, докрануться до творчества Марины Владимировны, махчима и набыть нечто для себя. Махчима вырастить кветки у нас. Это несомненно, так. Выстава Марины Нестерук «Клумба осень» открыта до 18 снежня. Илона Иванова, Дзяніс Жавіна, новини региона.